поняли. Долматин, а я русский маламур, немецкий шпиц малый черный, коричневый, немецкий шпиц шпиц камерадский, сибиркино, сибирские хаски, чау-чау, там сомнительные венышевские, американский фашистский тельер, русский черный тельер, немецкая чарка стандарта. Спасибо большое публикам в погоде, которые показали нам свидание на рынке. Свою прекрасную анатомию дизайн красивых образов. И у нас осталось три кандидата на победу. Это Астер, американский фашистский президент и Магалон. Третье место на занимаемом коридоре Чинкова.